зале Центрального дворца культуры звучит финал лунной сонаты Бетховена в исполнении народного артиста России Юрия Розума. Для пианиста-виртуоза, концертов которого всегда с нетерпением ждет зритель в различных городах страны и за ее пределами, выступления именно на Щелковской земле вызывают особые чувства. Тем более, если это концерты школы искусств, которая уже без малого 20 лет носит имя народного артиста. С особым сердечным трепетом принимаю участие в событиях школы, потому что для меня, ну, как и для вас, эта школа имеет особое значение. Педагоги и воспитанники учреждения в течение года подготавливали музыкальные и хореографические номера. И вот настал момент показать мастерство исполнительского искусства, выступить на отчетном концерте. С артистами зрители в этот день отправились в удивительное путешествие в страну детства. Отчетный концерт – событие года для учреждения. Сегодня в школе работают порядка 100 талантливых педагогов, многие из которых ведут свою деятельность на протяжении нескольких десятилетий. Здесь создано более 10 отделений. Ребята обучаются игре на различных музыкальных инструментах, театральному мастерству, киновидео, искусству, вокалу, хореографии и многому другому. Школа искусств имени Розума в день своего отчетного концерта представила работы учеников художественного отделения. Все они выполнены в разных техниках. Здесь же в холле можно увидеть фото коллективов учреждения. В школе обучается свыше 1000 ребят, созданы десятки творческих ансамблей. Два носят звание образцового детского коллектива Московской области. Подготовка к отчетному концерту началась с начала учебного года. В течение всего учебного года готовились, репетировали, обдумывали, выбирали лучшие номера. Школа уделяет большое внимание развитию творчества и оказанию содействия и поддержки каждому учащимся в проявлении себя в участии в конкурсах различного уровня. Десятки номеров, разнообразия жанров и музыкальных инструментов артисты порадовали своим талантом зрителей, главными из которых стали, конечно, родители ребят. Нам очень понравилось, как все выступали. И «Волна» понравилась, и «Надежда», и Ваня Ругунов. Было так классно, зажигательно. Дети все умнички, молодцы, талантливые. И вообще я считаю, что искусство, оно... Ой, особенно в наше сложное время помогает радоваться и надеяться, что все будет хорошо. Завершающим ярким аккордом стал номер хореографического ансамбля «Волна», к которому присоединились все участники концерта. Выступление вызвало бурные овации. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.